Побегать по этажам вскоре смогут все желающие. Спортсмены готовятся покорить самую высокую точку Екатеринбурга – местный небоскреб. Забег на него пройдет уже во второй раз в начале сентября. Прием заявок только начался, однако взять высоту в 52 этажа уже захотели больше 200 человек из разных уголков страны. В этом году расширилась география у нас, и Пермская область подключилась, и активно Челябинская область. Также в этом году мы большое внимание уделим шоу-программе для болельщиков, для зрителей и для самих участников забега. Как и в прошлом году, к участию в забеге допустят добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Главное, чтобы бегуны и верхолазы были в идеальной физической форме. Даже незначительные противопоказания могут подставить покорителям небоскреба подножку. Шутка ли, на своих двоих нужно преодолеть 1137 ступенек. Забег состоится 6 сентября. На старт выйдут 200 самых быстрых участников, лидеров отборочного тура. Победители поделят между собой призовой фонд в 100 тысяч рублей. Оставлять заявку можно на городском портале до 27 августа. Добавлю, что Екатеринбург стал первым в стране и остался единственным, кто устраивает вертикальный забег. Такие соревнования проходят в 160 странах мира.